Ребята, все хорошие мои, привет! На календаре у меня сентябрь 12-е, воскресенье, устрой осенний пикник. Пока осень нас радует теплыми днями, теплыми вечерами, я подумал, чё, я буду сидеть дома. Возьму вас с собой и пройдемся тоже по набережной, очень теплая погода, и устроим тоже с вами осенний пикник. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной, приглашаю вас всех на прогулку. Ку-ку, мы уже на набережной, ребята. Ребята, огромная набережная. А, шикарно, короче, пляжи. Пляжи Одессы отдыхают. Бесплатные эти шезлонги. Гляньте, тут даже можно покататься, поплавать на каяке. Солнце спряталось, жара упала. Вообще, самый раз, знаете, можно походить погулять. И небо такое классное. Гляньте, какая красивая осень, как передаются краски. Голубое небо, желтые деревья. Знаете, осень тоже чем-то радует. Но все равно, знаете, вот лето, тепло, да, и осень все равно тебе напоминает, что вот скоро зима, скоро холодные длинные вечера. Так что, ребята, выходите, выходите, пока теплые дни, пока теплые вечера, выходите, гуляйте. Честно, вот просто выходите и гуляйте, наслаждайтесь теплыми днями. Так что оставайтесь со мной, кому будет интересно прогуляться по набережной. Я думаю, это видео получится интересным. Гляньте, люди еще тоже отдыхают, вот сидят на каяке. Я бы тоже поплавал на каяке. Солнце уже такое, знаете, осеннее. Но я все равно одел такую теплую эту свою. Ну как теплую, ну длинный рукав одел. Купание запрещено, но я думаю, люди все равно немножко купались. Хотя вода, мне кажется, не очень чистая. Ну, на лодке поплавать. Кто на лодке, кто на каяке. Ой, боже, а что это за порода собак таких? Такая. Еще на меня посмотрела собачка. Видите, все в этой тени. Ребята, я говорил, что пикники устраивают. Гляньте, сегодня целая куча этих народа. Сейчас, конечно, будет расходиться. Но народу так нормально. Там шашлыки, вон. Народу так прилично. Кто-то вон поставил эти навесы. Ну, днем было тепло, днем было плюс 25, плюс 26 градусов. Здесь, кстати, я уже снимал видео, у меня есть на канале это видео, летом я снимал. Но народу не так было много. Кстати, сегодня просто еще и воскресенье, поэтому здесь народу чуть побольше. Вот можно взять на прокат. Серфинг. И на прокат можно взять вот эти велосипеды, машинки для детей и эти самокаты. Короче, здесь только деньги нужны. Все, ребята, как и везде. Как и везде, на отдыхе есть денежки. И отдых вам обеспечен. Вот эти вот тюки, мешки такие. Понятное дело, шашлыки. Гляньте, сколько там машин. Целая куча. А вот здесь, видите, такие эти барбекю. Гляньте, как вот эти вот цветы называются? Я всегда их забываю, название этих цветов. Всегда прихожу, смотрю на них, но они уже отцветают. Шашлыки жарят. Железные барбекю, можно прийти со своими этими, мангал, да. Со своей этой решеткой, сеткой, и уже готовить шашлык. Мусорные баки, все как положено. И с детьми. Нормально. Слушайте, как в Америке мне такое напомнило. У нас это вот недавно только такое. А в Америке вот прям очень-очень давно такое. Даже помните, в старых фильмах, если старые фильмы смотреть, то даже возле школы дети на таком газоне сидят и отдыхают. Большой такой манеж поставили для детей, кто с детьми приехал. Вообще шикарно. Гляньте, вот это вот... А я не понял. Ну, это для... Для пешехода. А вот та дорожка, вот эта вот дорожка, вот та дорожка для велосипедистов. Ой, тут и половить рыбу можно. Ловят рыбу, рыбаки. У девчонки бирюзовые волосы. Прям мой цвет. Гляньте, еще цветы, да, это доцветают. Цветы доцветают. Классно, да? Ребята, так классно, гляньте, даже туалеты есть. Это само, это радует. Рябина. Рябина алая. Распята ниткою бус.
Меня радует, что здесь есть туалеты. Вон там вот. Короче, это тоже стройки идут, везде стройки, стройки, стройки. Гляньте, какой красивый газон. Стоянка, все оборудовано, вообще молодцы. Ну, красота. Он даже с пиццей. Здесь есть пицца. Готовится пицца, можно с пиццей взять посидеть. Можно взять пиццу посидеть. Нормально. Взять термос свой. Набережная шикарно. А вон и на лодке плывут. Я, если честно, ребята, никогда тоже в жизни еще не плавал на этой, на лодке. Не плавал на лодке и на каяке. Вот я бы хотел на каяке поплавать. Детская площадка. Мамаши, папаши с детьми. Отведенное место тоже. Шашлыками пахнет, ребята, вообще. Ну, я, знаете, уже на шашлыки как-то нет. Не голодные. У меня же это мультипечка есть. Мультипечь. Поэтому я себе приду со скидкой в Новусе, возьму этих шашлыков, нажарю и доволен. Гусы лебеди. Лебеди, лебеди, лебеди. Лебеди кохання. Журавли. Гляньте, какие красивые кусты. Тоже декоративные такие растения. А сейчас я вам еще одну красоту покажу, ребята. Ребята, не мог вам вот это вот все не показать. Иду по газону. Думаю, ругать меня не будут. Но вообще обалденная красота. Гляньте, какая красота, ребята. Какое оно все такое, знаете, живые бутоны. Аж благоухают. Несмотря на то, что сентябрь, цветы такие насыщенные. Насыщенные цвета. Бутоны такие вообще, ребята, аж слов подобрать не могу. Радует глаз. Ну, молодцы, обустроили набережную шикарно. Кстати, там проходят какие-то эти мероприятия. Сейчас мы с вами подойдем туда дальше. Так, а вот этот мост красный, как я говорю, как в этом, в Сан-Франциско или в Нью-Йорке, всегда забываю, Красный мост. Его тоже часто всегда в фильмах снимают, показывают в американских фильмах. Ну и сюда часто приезжают молодожены, фотографируются. Ну и понятное дело, что вешают? Замки, свои замочки вешают. Вон, висят, видите? Блестят. Все в таком подводный мир, морском стиле. Набережная. А, ребята, тут перекрыли, потому что здесь проходят какие-то проведения, детские пробежки, детские велопробеги. Угу, понятно. На тротуар. Гляньте, сколько там много людей. Закрыли территорию. Тоже какие-то для детей что тоже делают. Нормально. ЖД мост. Вот так, погуляли, еще вышли на какое-то мероприемство, как то кажут, да? Планета пластик. Нету пластика. Ну как нету пластика? Его целая куча в этом. И эти тоже тренируются. Виталина? Виталина. Виталик. Ну, Виталик. А Виталина? Девочка Виталина. Гляньте, сколько там людей. Это уже, наверное, все закончилось. Кстати, тут недавно парень погиб. Вот эти тиктокеры снимают эти всякие видео тиктоки. И тоже снимал на видео и погиб. Такое тоже нашумевшее было. Вот зачем-то лезть. Поезд ехал и... Ой, капец. О, ребята, едут, едут. Сейчас посмотрим, кто вырывается первый. И потом, кто приезжает первый, да? Гляньте, гляньте, как... Тык-тык-тык-тык-тык. И сейчас будет обратно, кто первое место займет. Сейчас будет обратно ехать. Вон там, видите, есть первое, второе и третье место. Отважные. О, вырвался вперед. Пацан. А этот что такой взрослый с ними? Странно. Сидите, дети, один такой взрослый. И девчоночки сзаду. Эть-эть-эть-эть-эть-эть. Гляньте. Тоже крутят педалями. Ну, молодцы.
А, это организатор. Я думал, что он тоже соревнуется. Это просто организатор соревнований. Ну что, ребят, я туда уже не пойду, потому что все ходят по этому по газону, и там там начинается речка. Туда уже дальше пройти нельзя, к этим тренированиям, к этим заходам, к этим забегам. Просто туда тупик уже. Поэтому тут еще раз засниму, уже сейчас девчонки будут ехать, и будем идти обратно. Ну, я скажу, молодцы, знаете, молодцы, хоть что-то для детей делают интересное. Ой, комары кусаются, ребята, представляете? Давно меня комары не кусали. Едут девчонки. Ух, какие все сосредоточены. Ну, такая маленькая, гляньте, ребята, а удаленькая. И гляньте, сейчас перегонит. И даже телевидение есть, снимает. А, это сколько кругов? 3 круга, наверное. А, гортензия, да. О, парень сказал, я вспомнил, гортензия, точно. Очень дорогие цветы, но красивые, согласитесь. Но эти вот две не сдаются. Молодцы. Хорошо, молодцы. У нас такое в детстве, у нас такого, ребята, в детстве не было. Солнце такое, вообще, закат солнца такой шикарный. Прям, конечно, камера не передаст, но закат солнца чудесный. Солнце садится и видео заканчивается. Ребята, всем огромное спасибо, кто был со мной. Я очень всех вас люблю. Очень всем вам рад. Всем хорошего настроения, не болейте. Всем пока-пока.